Восьмиэтажное административное здание постройки 70-х годов загорелось во Фрязине 24 июня. Первое сообщение на пульт 112 поступило в 14 часов 39 минут. На место происшествия выехали 16 бригад скорой помощи и пожарные расчеты. Однако спасти удалось только одного человека из заблокированных внутри здания. Он был доставлен в реанимацию обособленного подразделения имени Гольца Щелковской больницы. Два человека спрыгнули вниз, спасаясь от пламени, и погибли. Всего пожар унес жизни 6 человек. Площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. О ликвидации открытого огня МЧС сообщила ближе к 10 вечера. Однако к вечеру следующего дня стало известно о том, что здание загорелось вновь. Как сообщается, воспламенились тлевшие очаги. Новые возгорания площадью 150 квадратных метров устранили. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть нескольких человек». Теперь следствию предстоит установить виновных в гибели людей в этом страшном пожаре.